Хватит поворачиваться. Время на подготовку ушло. Надо писать. Соберись, сосредоточься. Ты знаешь, почему не пишется? Догадываюсь. Голова непонятно чем забита. Надя, то, о чем ты пишешь, слишком откровенно. Я сама за неподдельность мыслей и чувств. Но в твоем возрасте такие рассуждения... Ну я, Светлана Михайловна, я думала, что... Что ты думала? Я такая глупая, Светлана Михайловна. Надя, ты не глупая, но не понимаешь все меры ответственности. Я надеюсь, что это не распущенность. Надя, а что ты такое написала? Это сочинение читать не стоит. Почему бы и не прочесть? Может, мы все так же, как Надя, пишем? Нет, тебе это в голову не придет. Отдайте, пожалуйста, мое сочинение. На, возьми. Может, еще успеешь написать о Рахметове и Базарове. Времени хватит. А остальные пишу дальше. Я все-таки прочту. Тишина! Почему нет? И действительно, если вы прочли и знаете суть, почему бы нам не послушать? Но в классе же будущие мужчины. Я все-таки прочту. Тебе же самой будет неловко. Но если хочешь, читай. Если говорить о любви, то только от сердца и душой. Многие стыдятся написать об этом, но каждый, на мой взгляд, о ней думает постоянно. Для меня же любовь и счастье неотъемлемы друг от друга понятия. Будет любовь, будет и счастье. Я хотела бы встретить такого человека, который очень любил бы детей и относился к ним с трепетом, так же, как и я. Дети — это прекрасно. В будущем я хочу 3 детей, если не будет войны. 2 мальчиков и 1 девочку. Да, именно так. 2 мальчиков и 1 девочку. Тогда никто и никогда не почувствует себя одиноким и брошенным. 2 старших брата будут оберегать маленькую сестру. Вот в этом и заключается любовь и счастье. Почему же ей должно быть стыдно? А действительно, почему? Чем это неверно? Да не волнуйтесь вы, Светлана Михайловна. Она же хочет детей от своего мужа, не от чужого. Родить каждая сможет. А ты попробуй накормить и обуть. Сначала на ноги встань, а потом семьей обзаводись. Надька, купи дом, машину, карьеру сделай, а потом уа-уа. Вы знаете, а ведь Надя права. Я это точно знаю, ребята. У меня нет семьи, нет детей. Я одинока. А ведь когда-то в молодости я так же мечтала, как и Надя. Надя в своем сочинении высказала желание иметь семью и детей. Это очень важно для человеческого счастья. Но некоторые ребята все-таки решили, что вначале важна карьера, дача, для себя пожить. А потом может и не быть, ребята. Поверьте, дети не помеха для жизни. А наоборот, стимул вашего движения вперед. А вы взрослеете. И самое главное, я думаю, это ваша ответственность за свои поступки и решения. Любовь, как роза, роза красная, цветет в моем.